Ре. Весь этерс ирте. В Риге уже 2 учебных заведения, в которых от COVID-19 привились абсолютно все работники, 100% тех, кто контактирует с детьми. Одно из этих заведений – 40-й детский садик. Он уже и премию получил. Тут потратят ее на маленьких воспитанников. Туда отправилась Диана Спыно. Московский Фарштадт в Риге. Здесь находится 40-е дошкольное учебное заведение. Это небольшой детский сад, спрятанный среди домов. У нас 4 группы. Постройка 1960 года. Садик старый, но очень уютный. Вот поддерживаем ремонты. В этом саду я работаю 28 лет. Общий стаж 46 лет. Тут трудится 27 сотрудников, из них 12 – педагоги. Рабочая группа, значит, заходите. Это готовится у нас группа к началу учебного года, вторая младшая. Еще до лета в этом садике привитых от COVID-19 работников можно было сосчитать на пальцах одной руки. Не спешила вакцинироваться и директор. В прошлом году я сама немножко была противницей, что, ну, как-то это все неизвестное было и непонятно. Но мы пережили в прошлом году очень такой серьезный. У нас почти все, каждый месяц, каждая группа была на карантине. И очень много сотрудников переболели. Переболели кто в легкой форме, кто в тяжелой форме. Поэтому в этом году я в июне была в отпуске, отдыхала в Ян-Кемере. И видела, что очень много, которые семьи потеряли своих близких. И когда я приехала в санаторий, я решила первая идти быстро на прививку. Потом ее примеру последовали остальные. Директор говорит, ни на кого не давила, объясняла, разъясняла. Вместе с медсестрой вела и показывала статистику заболеваний. От прививки отказались лишь 3. Дворник, работница прачечной и повар. Одна повар быстро привилась, вторая была очень противницей. И вот она позавчера, она серьезно заболела. Когда я ей говорила, что она говорит, у меня там вены, у меня там очень много всяких болячек. Я говорю, но дело в том, что это COVID, он цепляет именно, которые в организме самые слабые места. Вот. Нет, но она была очень. И она позавчера заболела, и тяжелая форма. Я ей вот каждый день звоню, и она говорит, что в тяжелой форме она болеет вместе с дочкой. Поскольку все работники, которые имеют контакт с детьми, получили COVID-сертификаты, этот детский сад можно считать привитым на 100%. Так «Русскому вещанию» объяснили в Департаменте образования Рижской думы. Садику уже выделили премию 5000 евро. На общем собрании было решено, куда их потратить. У нас были выделены деньги, и мы заменили кроватки вот такие. На 2 группы. И на 1 группу у нас не хватало денежек. И вот так нам повезло, что нам выделили еще 5000. Сейчас дети спят на таких вот 2-этажных кроватях, но скоро их заменят на новые. После покупки останется еще 1000 евро. Эти деньги пойдут на премии тем сотрудникам, которые вакцинировались. На данный момент в Риге 18 учебных заведений сообщили, что у них привиты как минимум 80% сотрудников. В целом статистика по стране следующая. Хотя бы одну прививку получили 69% работников системы образования. В детских садах 58%. В школах 72%, в высших учебных заведениях 83%. Диана Спыно, Инс Иванс, Латвийское телевидение.